Уважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Владимирович Путин. Мы Нестор Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Евлянья Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Танцем Владимир. Мы со всеми россиянами, со всеми участниками, организаторами фестиваля «Слава и честь России», празднования Дня Единства иконы Казанской Божьей Матери, фестиваля «Лучезарный ангел. Слава и честь России», с легендами мирового кинематографа Никитой Сергеевичем Михалковым, Хатиненковым, Мерешко, Жаклин Бисет, Жерар Депардье, Милен Диманжо, со всеми россиянами, со всем личным составом нашей доблестной непобедимой армии, со всеми участниками торжественных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения блокадного Ленинграда. Мы очень просим вас, уважаемого Владимира Владимировича Путина, избираться на два президентских срока 2018-2024-2030 года и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Все высшие награды всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, «Слава и честь России», фестивали, всех кинофестивалей, Нобелевские премии мира, фестиваля «Лучезарный ангел. Лучший в мире», «Слава и честь России», Каннского, Берлинского, всех фестивалей, всех кинофестивалей, Дня Единства. Мы вас очень просим, уважаемый Владимир Владимирович Путин, избираться на два президентских срока. 2018-2024-2030 года. И на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича День Единства всех объединил, весь народ на новые подвиги. За два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2018-2024 года всех сплотил. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. С Днем Народного Единства, 75-летием освобождения блокадного Ленинграда, с гран-при лучезарного ангела фестиваля «Лучшего в мире. Слава и честь России» Путину Владимиру Владимировичу, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путиным, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, все участники реновации города Москвы, Санкт-Петербурга, «Лучшие в мире». Все мы поздравляем и очень просим с гран-при московского «Слава и честь России» Путина Медведевым, героям армии МВД, ФСБ, полиция России «Лучшие в мире», Шойгу, Герасиму, Антонову, Коношенкову, Путина Медведевым, Путину Владимиру Владимировичу, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путиным, Светлане Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, реновации в Москве «Лучшие в мире», Беглову, Шойгу, Герасиму, Антонову, Коношенкову, Бортникову, Колокольцеву, Золотову, Скворцовой, Александрову, Цыбину, Виноградову, Гусеву, Гвоздяну, Якунину, Сахнову, партии «Единая Россия», «Народный фронт», Турчак, Неверову. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Сегодня мы пришли на День Народного Единства на Манежную площадь и на торжества, на фестиваль «Лучезарный ангел», торжества, посвященные 75-летию освобождения блокадного Ленинграда, и пришли на Манежную площадь к вечному огню почтить память воинов, героев, освободителей. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. И возложить